Вот если посмотреть на последний рейтинг Doing Business, который Всемирный банк проводил, мы недавно на заседании правительства рассматривали, то именно разрешение на строительство мы находимся, к большому сожалению, в самом конце этого списка. Поэтому вот я и тогда говорил, и сейчас очень четко вот ставлю задачу перед вашим агентством и всеми, кто вовлечен в этот процесс. Нужно максимально упростить, взять лучшую мировую практику, максимально упростить получение разрешения документов на строительство. В первую очередь для индивидуального жилищного строительства. Потому что иногда нужно собрать такое количество бумаг, пока все кабинеты пройдешь на месте, строить ничего не захочется. Я думаю, что основным, поскольку деньги есть и у государства на развитие инфраструктуры, и у людей деньги есть, и желание построить свой собственный дом. А проблема в том, что столько надо пройти, столько волокиты, и это наша вот ваша конкретно, вашего агентства задача, чтобы упростить. Давайте мы в первом квартале, специальное заседание правительства, возьмите, это вот просто у вас желание должно быть. Возьмите, как вот в лучших государствах это делается.